Все, что касается физической работы, должен делать муж. А решать все проблемы вместе. Стараемся поровну. Не всегда получается, но стараемся. Ну, большую часть, конечно, женщины делают. Уборки, готовки, это все женщина. Вот. Но мужчины помогать должны, конечно. Все, что связано с приготовлением еды, постирки, глажки. Супруг, наверное, больше по технической части. Там, я не знаю, что-то прибить, приколотить. Там, сходить в магазин за продуктами. Кто более свободный, тот и делает. Готовлю иногда. Ну, не часто, но готовлю иногда, да. Если женщина на работе зарабатывает, так сказать, это денежку, ну, значит, мужчина, там что-то у нее есть свободное время, он быстренько сделает что-то. Я все умею делать сам, я же офицер. Я и готовлю, и, ну, стирает машинка, конечно, я только туда закидываю. Каждый должен помогать друг другу просто, и все. У нас так в семье, то есть я и посуду могу помыть, и погладить, помочь. Ну, редко, конечно, погладить, да, постирать, это реже, но всегда, если вижу, что супруге тяжело, то обязательно ей помогу. У нас нет такого, что вот это обязан я, а вот это супруга.